Всем привет, с вами Ню и Зетсу, который, как всегда, играет, а я, как всегда, трендю. Поэтому мы с вами, значит, культурно просвещаемся. Вы видите, да. В галерее. Мы сейчас уже в галерее зашли. Да, и на концерте какого-то поэта. Вот я вижу Босха, наверное. Слушай, да, мне почему-то тоже кажется, что это Босх, но я в этом не уверена. Не знаю, что это за картина. Ну, чудная картина. Вот это вот, по-моему, кто-то тоже там что-то... на волке, Бурлоки, что ли, и как-то так. Нет, они, по-моему, тащат. Я вообще бы сказала, что это какая-то Венеция. Блин, в пикселях сложно угадывать, особенно когда ты не особо... Это вообще, кстати, могут быть вообще куски картин, поэтому Может быть. Не до конца угадывать. О-о-о. Чем-то Да Винчи напоминает. А что здесь так много? Чем-то этого Дали какого-то напоминает. Нет, Дали не похоже. Это что-то знакомое. Это я такое видел. Сложно что-то предположить. А тут какие-то куча зданий, которые горят, или какие-то корабли постоянно. О! Сидят. Наверное. Вот это вот понятно. Здравствуйте. Ой, извините. Женщина-кошка. Она так ходит смешно. Зачем? Вот она. Она просто с кошечкой рядом ходит. Что делаешь? Так она с тобой заигрывает. Вот это знакомая штука. Класс. Неоновая хуета. Знакомая штука вот эта? Нет, не это, лево, слева. Это поле какое-то. Денег. Абстракция какая-то. Абстракция, да, вот. Ну, здесь что-то грустное. А это что, вот слева? Подожди, ну да. Это просто плазмашах. Да я не про это, про картины. Хватит бухать. Так, давай, что ты здесь видишь? Проходим психологический тест. Смотри, я вижу голову. Ну, голову, да, с нее что-то идет. Она типа вниз головой. Нет, почему? Это может медведь, а может медведь быть. Какой такой медведь? Типа вот уши. И что, ему череп прострелили? Ну, так что-то из головы у него вылезло. Это черви-мишка. А да? Вот его продолжение. Ну, допустим. Ну, понятно. Так, а что у нас? Все люди что-то ждут. Ну, концерт. Нам, очевидно, нужно что-то найти, чтобы этот концерт начался. А кто ничего делает? А все в ТикТоке сидят. ТикТок залипаешь. Ой, хуй. А, о, это, стендап это... начался. Стендап начался, ладно, смотрим. Ну давай, вещай. Мы же хотели на концерт. А будет трындеть, нет? Ну, начало. Затравочка, так сказать. Какая затравочка? Конец? Это так, был Хоку или что это? Авторский стиль! Я вообще даже не знаю, насколько серьезно воспринимать эту игру. Ну, как бы... Все тоже такие подумали, так, ну сейчас мы выдержим паузу. Вот, да, там надо понять, конец это было. Блять, и за это мы деньги заплатили? Мы же не платили. Подыграем. А, все? Вот этот чувак, вот я на него, мне нравится, как он выглядит по тупее. Отлично выглядит, я считаю. Надо такую купить, блин. О, ты уже чувак. А вон тебе ключик вон слева. А вот. Да, скорее всего, это может быть конец игры или еще что-то. Давай еще пройдемся по этим. Ты понимаешь, где мы теперь? Подожди. А, подожди, я сейчас к нему приду, я пока не буду. А, ты хочешь, чтобы я выступил? Думаешь? Это моя очередь. Думаешь? Да. Потому что он красный, он не синий.
Не, может быть, это в принципе конец игры. Да не, ну, не знаю. Алкоптека. Это туалет? Да не туалет, уже спрашивал. Давай не будем брать, я хочу сыпать, что там так... А, ну вот, это заход сюда. Тогда подожди пока. А этот, мол... И вообще насрать. Какой нахер концерт? Тик-ток. В тик-токе можно здесь посидеть. В тик-токе можно везде посидеть. Ну да. Это тоже какая-то странная женщина. Это невеста какая-то. А где ее жених? Может, вот этот? Это что, блядь, встреча выпускников? Интересная перспектива, молодой человек. А кто это говорит? Да я не ебу вообще. Ты? Почему? Подожди. Вот эти, наверное. Чего сейчас чуваки разгоняют? Не знаю, они что-то загнали про одноклассника, но я так и не понял. Да тут все загнались, я бы сказала, просто. Сейчас я точно... Надо было купить бухла, блин, какого хрена, а? Да, тут надо вот да, просто надо вон там вот напиться вот этого бухла и ходить шататься. Тут тогда да, может, да, 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 может да. Тогда они что-то другое на самом деле говорят. А то вот ты смотришь на этого чувака и такой, о, да. Это именно то, что я тебе хотел увидеть. Он все чаще и чаще говорит со мной как сумасшедший. Ты не поверишь, он настаивает на том, что я никогда не смогу жить с человеком, которого люблю. У меня ощущение, будто он пытается меня во всем ограничить, сделать послушной куклой. Он не понимает, что девушки просто хотят радоваться жизни. Что происходит? Это душещипательный разговор двух женщин. Которая не может бросить человека, потому что он ее не отпускает и говорит, что она не найдет другого счастья. Нет, ну вообще, на самом деле, если прям серьезно отнестись к игре, она типа серьезная, опять шелуха лежит. Я опять хочу. Я хочу шелуху, я ее съем, чтобы она тебе не мешала. Ты можешь заказать на шелухе, это было бы прекрасно просто. Вот еще одна. А, это... Ха-ха, все, даже теперь ты видишь шелуху в разные... Во всем! Так, ну что, пойдем выступать, видимо, наша очередь. Да? А, тут уже все. Так, видимо, это такой перерыв, скажем так, послушали маленько чудо стихов и пошли выпить на улице. А сейчас обратно туда. Да тут вообще какая-то лирика началась. Цитаты волка. Да, можно заработать миллионы долларов. Можно очень классно, хорошо, легко заработать. Другой вопрос, как их не заработать. Мы открываем свой курс. Для того, чтобы вы поняли, как не заработать, блин, эти миллионы долларов. Что так, сделать, чтобы давай. Наконец остановиться? В стендапик-то маленько выступим. Ну дай. Получено. О, вдохнови. Я вдохновил лишь. Ну да, собираемся, давай, собираемся. А что тебе делать? Мы поем? Хоть бы перевод какой-то сделаем. Видимо, это уже я дернулся. Ну, не может, конечно, на ней стоять, но он что-то напевает. Что-то напевает. Ну, всем пофиг. Да всем насрать вообще. Не, хотя нет, ну, периодически поглядывает. Он просто поглядывает, он понимаешь, он, короче, пока... Никто не смотрит, он там порнуху поглядывает. Вот, но периодически поглядывает, что никто не палит. И включает ТикТок. Вот вся хитрость. А куда идти-то? Да хуй знает, выходи обратно на улицу.
О, тебе два рота открыли, вон иди. А, ну все, валим. Он на уровень поедет. Все, что ли? Да. А следующий что будет? Погладить надо после. Сапся. Сапся! Выхода нет. Да. Посмотри на эти звезды, господи. Шикарные у нас звезды. В соус-парке были тараканы в виде прямоугольничка, а теперь у нас звезды в виде прямоугольничка. А эти трубы. О, как можно далеко убежать-то оказалось. Ладно, давай уровень пройдем. Сапся. А куда, нас, а куда нас в теории может дальше занести жизнь? Да вообще не представляю. После того, как мы тут попели немножко. Домой? Вот мы в помойке заспаунились. Заспаунились. Подожди, мы... Ну мы типа домой, но нет, ну мы не, но это не похоже на, немножко на дом. Очевидно, нам нужно идти вот на эту странную локацию. Ну очевидно, да, что да, тут девятки стоят. Почему девятки? 21.09 лада. А как вообще кто-то понимает, что это за лада? Как? По виду машины. Да в смысле они нахуй все одинаковые, вот эти простецкие? Почему вид кузова? Я ничего не понимаю в машинах. Ёб твою мать. Ну что, пакетика взлетела в небо, я не успел поймать их. Ну пойдем в центр, что я могу сказать, потому что ну а куда еще? Это луна квадратная слева? Нет. Нет, посмотри, налево посмотри. Лево с другой стороны. Еще с другой стороны лево. Вон та огромная хуйня, не луна? Да, они много это похожи. О, бежит. О! Нихуя себе, он вообще дерзко просто... Дерзко он с газом-то. Господи, Шумахер. Так, давай поговорим с бегуном. Попробуй. Мы быстрее его бегаем, как минимум. Бля, не мешай. Ладно. Такой звук, на самом деле, есть же вот эта песня, вот с похожим звуком, ну, когда голос очень сильно низко делают. Вот это вот девочка Wednesday с последней партой. Вот это вот история. А ты что делаешь? Дай почилить чуваку. Он ловит кайф. Не, ну типа ладно, висеть на турнике можно, но... А. Да ебался, блядь. Приходится делать вид, что он там не просто так висит. 6, 7. А ты подожди, ты не дотягиваешь до турникета. Он чилит! Он подход делает, 7 подходов и 7-8 раз, а потом отдыхает. Ни хрена себе. Чувак, ты косой. Ну, допустим. Да нихуя себе, блядь. Очень косой. Да хватит распинывать мячики. Заебись, чил, я считаю. А в чем разница между беспомощностью и отчаянием? Ой, все депрессивные. Как ты думаешь, все в этом мире приходит к концу? Блядь. Ну, конечно. Конечно же. Я на это надеюсь. Я тоже. Ну, раз уж у вас уже... Уже нечего терять, правда? Ну вот нечего терять. Боюсь, в смысле, что? Подожди. Подожди, в смысле, им уже нечего терять? Ну это, видимо, какой-то... Я... Ну, мы нет, можем раз уж вам уже нечего терять... Я, кстати, русская картошка передал. В принципе, передал? Вот так вот просто вот выпьем у них винцо все и съедим чипсы, раз им нечего терять. Ну, тоже верно. Так, ну а чё? Чё и колоночку заберем? И чё ж терять? А это что, у них вино стоит или кола? Это вино стоит, бокалов полный. Положи на нее. Да. Да не, нет, на девушку положи. На. Ухо на ухо. Нормально у нее фрейм-то стоит, чтоб наверняка.
Ну, допустим, нечего им терять. Да реально все какие-то депрессии. Вот он что-то желтое светится. Что-то меня затряс... Так ты набухался. Ой, да я два бокала вина выпил. Как я мог двух бокалов вина так унести? Слушай, знаешь что? С двух бокалов вина и не такое происходит. Два бокала. Ну, если такое вино это было, я просто не знаю, что они пили там. Может, блейзер. Может, блейзер. Может, так меня с блейзером. Может быть, это 2007? Что это, блин? А это ключ опять какой-то? Такси! А, типа, я приехал в район... Ой-ой-ой, в райончик, посмотрю. Господи, прекрати! Это невозможно! Я приехал в райончик, посмотрел на то, что тут какая-то ересь творится, и такой... Ладно, едем отсюда. Через 1-2 минуты приедет серая Волга 2303, ожидайте. Ожидаем. Окей. Ой-ой-ой. Пиздец, давай докуривай. Вах! Так, ладно, пойдем. Ну, наверное, слушай, надо дождаться на машинке. Нет, да, давай дождемся. Что-то мне кажется, надо дождаться машинки. Одна-две минуты, вот что-то едет. Тут серая Волга. 23.03, ты запомнил? Да. Ты же сказал. Ну, так, все, мне уже полегчало после Слава этого Господи. Чудо-напитка. Главное, у меня запас сигарет бесконечен. Вот она, наверное, серая Волга. Да. Волга разве? Не Волга. Ты меня спрашиваешь? Это Жигули обычно. А вон это синяя. А вот серая. Это тоже Жигули. Да блять! А чё это за игра на знание машины, блин? Мы ж не в My Summer Car играем. А её остановить надо или чё? Слушай, я не знаю. Вон там вот какая-то машина приехала прямо на детскую площадку. Вот мне такое чувство, что это машина? Серая Волга, да. Я вообще ничего не вижу. Или нет? Там заехала, по-моему. Нет там нихуя. Нет ничего. Не, подожди. А, это блестит. Это не серая Волга, но он не в адеквате. Как бы это буханочка. С ним бы не поехали. Ты понимаешь, что мы на трассе в игре стоим в хуй знает какое время и ждем, сука, серую Волгу. Тихо, за 1-2 минуты. Да, походу, это буквально. Не, вот она, походу. Наверное. Но мы уже так думали. Но это слишком она похожа на нее. А, ну слушай, есть вот значок такси есть. Ну она тоже неадекватна. Нормально. А мне кажется, она белая. Поехали. Ей, будем катиться. Неплохо. У него нормальная какая подсветочка. А нет, это вот стабильная сиденьица вот это. А ты знаешь, блядь, где мы живем, да? Тут все нас знают, если ты не заметил. Ну, блин. Пидорас, блин. Ну, слушай. А что потом? А? Блять, эта игра пытается меня загнобить. Он просто, понимаешь, просто таксист докопался до тебя. Вот. Где хочет. Он работает, он работает. Несколько дней подряд. Это ужас. А я хочу жарить картошку с колбаской и пить водку в 3 часа ночи. Как это грустно. То есть начал с наезда, а сейчас жалеет себя. Но. Ну да. У меня ничего нет, но, блядь, ты будешь жарить картошку с сосиской, это хуёво. Блять, пиздец, просто мир философов. А мы вообще приближаемся куда-то? Очень устали. Ладно, приближаемся. Очень устали мы. Блять, я не могу, я не была готова к такой философии. Рано или поздно мы все помрем. Позитивно. Пора очнуться, он говорит. Может, мы в коме? А чья, блядь? Ну, блядь, мы должны были именно с таксистом поговорить, чтобы он нам, сука, разрешил это, понимаешь?
поспать-то не можно? Да! Я тебе не мешаю говорить. Спи, блядь! Я б не стала засыпать у этого пидораса, блядь, в машине. Хуй его знает, где мы и что. Игры кончились. Игры кончились. Теперь начнется хардкор. Думаешь? Либо это конец. Начнется этот, под покровом ночи, помнишь, как там на диване? А, все, блядь! Да. Нихуя непонятно. Стадион, пивзавод, Колбая площадь и пригород. Информацию тут нет, что-нибудь там. Ну, а там, наверное, эти вы эти, да. Ну, короче... О, в принципе, такая достаточно философская игра. Посмотреть на глубинки, посмотреть на... Ну, мне надо под определенным настроением играть. Вот, когда... Вот, с бокальчиком... Пиво. Чай. Короче, покрепче. Вот, сидеть, знаешь, так... И чтобы у тебя там льда было дохуя. И, короче, с сигареткой сидеть и такое, блядь, я понял эту нахуй жизнь. И такое, вот это вот что-то вот про это, вот именно в таком настроении. Я что-то как-то думала покекать. Наверное, единственное, что здесь не хватает, это какой-то музыки. Да здесь скорее не хватает мотивации в движении. То есть не очень понятно, куда ты движешься. Ну, ты просто идешь и все. Типа и не надо это. Вот. А, в целом, нет, вообще-то выглядит прикольно. Наверняка, если прямо углубиться в определенное настроение играть, будет классно. Вот. А в целом, я в принципе могу сказать, что это классно. Я просто к тому, чтобы прям прочувствовать атмосферу игру, нужно определенное настроение. Да. Вот. Ну, ладненько, тогда всем пока. Небольшое. Да, типа подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вся история. До скорой встречи в других играх. Пока-пока. Пока-пока.